Всем привет! Мы группа «100 атмосфер». Да, точнее, двое из нее. Нас давно не было видно и слышно, я обещал альбом в апреле практически. Мы над ним работаем, над апрелем, над альбомом. Ну, пока у нас все с трудом идет, конечно. Мы наконец-то нашли гитариста недавно, поэтому мы сейчас его вводим в курс дела. Процесс идет, очень круто все. Вот, последнее время мы пытаемся сделать чай, и это у нас занимает уже 2 месяца. И мы сегодня опять собрались, мы опять сидели много часов. И сейчас расходимся, так ничего и не сделав. Как обычно, да. Чей песок, в котором тонули ноги, соленый привкус на нежных губах и коже. До встречи с тобой я был мертвый, но вот я ожил. Для тебя светят солнце и звезды, для тебя мое сердце бьется. А когда мы чай сделаем, ты говоришь? Завтра допишем. После выходных, наверное. Или выходные. Да. Давай думать в воскресенье. Чай будет в воскресенье. Чай будет в воскресенье. Если он не будет, я застрелюсь на Красной площади. Все говорят, прыгай бом, а ты что, застрелять по слабому? Я хочу застрелиться давно. Не хочу сделать это по чему-то. Тебе нельзя. Все ждут альбом, а ты... Вот неожиданность. Эффект неожиданности. Все ждут альбомов, да. Ладно, всем спасибо, что вы с нами. Пока. Класс.